Протокол собрали, да, и правильно, Марк, говоришь, для того, чтобы все поставить на правильные рельсы, и чтобы вот эти команды соревнований не были как бы частным делом группы энтузиастов, то я считаю разумным, чтобы в протоколе нашего собрания было отражено, что представители команд обращаются к наблюдательному совету и президенту Российской Федерации с просьбой создать в рамках Российской Федерации структурное подразделение российской шахматной лиги. Если нет возражений, то мы от всех представителей команд подготовим такое обращение и на ближайшем наблюдательном совете уже наблюдательный совет примет решение. А Аслана нету, да, Бешакова, он как раз этот вопрос и доложит, потому что он говорит, это делать надо обязательно. Я объясню, тот вопрос, который был на последнем наблюдательном совете, сам наблюдательный совет был нервным. Таким обстановка была. Да и вопрос был для многих совершенно непонятный. Незнакомый просто. Незнакомый, да. А после того, как мы провели мероприятие, есть уже статистика, да, как бы вопрос звучит совсем в других красках, и необходимость решения его просто очевидна. Ну, среди прочих задач, да, которые, так сказать, может быть решиться сознанием лиги, это, конечно, поиск титульного спонсора непосредственно для лиги. Потому что мы не можем искать спонсора для чего-то. Да, мы не можем сказать, что вот дайте нам денег, а мы что-то там фестиваль проведем. Ну так не бывает. Если у нас есть какая-то структура, которая занимается целенаправленно поиском денег на конкретное соревнование, да, и у нее есть, так сказать, уже опыт проведения и так далее, может быть получится. Для этого нам тоже потребуется приложить много усилий. Но вот этот шаг, ну, как представляется, достаточно логичным. Да, создание, а дальше посмотрим. Там. Мы ничего не теряем, но может быть что-то приобретем. Вот я бы так сказал, да. Нет возражений, да, по этому вопросу? Нет никого против? Тогда, значит, принимаем о том, что собрание представителей обратится в наблюдательный совет Российской Федерации и к президенту Российской Федерации с просьбой о создании структурного подразделения российской шахматной лиги. Внутри решения. Да, внутри решения.